С начала боевых действий в Чечне прошло 24 года. В этой войне погибли наши соотечественники, отдавшие жизнь за мир и спокойствие в стране. К сожалению, многие ушли в вечность, но мы должны помнить о них всегда, пока мы живы. Вечная слава живым и мертвым и вечная память погибшим. У памятника воинам-интернационалистам собрались родные и близкие погибших, представители городской думы, администрации, школьники, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов Центра внешкольной работы. Каждый человек, каждый студент, каждый воспитанник военно-патриотических клубов, да и вообще каждый гражданин России должен помнить свое прошлое. Пока мы помним прошлое, мы смотрим в будущее. Участники митинга вспомнили каждого саровчанина, погибшего во время боевых действий на территории Чеченской Республики, и почтили память павших воинов минутой молчания. Екатерина Апенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.